Первомайское шествие в Петрозаводске собрало несколько тысяч горожан. Традиционно стартовали с площади Ленина. Под барабаны и песни из мультфильмов прошли по проспекту Карла Маркса до площади Кирова. Да здравствует профсоюзный актив электропрофсоюза! Ура! На ура колонна не отвечала. Много молодежи, которая уже не помнит советских маевок. На площади Кирова петрозаводчане собрались на митинг. Их приветствовал в Рио главы Карелии. Мы сейчас очень активно работаем с профсоюзами, взаимодействуем. Мы видим общие проблемы, единые задачи для того, чтобы действительно повысить и минимальную заработную плату. Конечно, мы будем стараться улучшать социальные условия, потому что только в этом случае мы действительно дадим возможность нормальной мотивации, профессионального роста человеку труда. Вспомнил в Рио главы 1 мая своей молодости. Тогда на площади Кирова яблоку упасть было негде. Скучают по этому времени и петрозаводчане. Мы со школьных лет уже. Ходим на первомайские демонстрации. То есть это очень важно. Раньше по-другому отмечали. Всегда было застолье после 1 мая. И более массовой, конечно, была демонстрация. Сегодня весело. Достаточно. Лучше, чем в прошлом году. Студенческие, когда годы было гораздо больше народу, веселее было. Как сегодня вам атмосфера? Прекрасная. Посмотрите, сколько людей, сколько студентов. Прекрасно. И даже погода нам помогает. Солнышко. Митинг продлился около получаса, затем люди разошлись, наслаждаться первомайским подарком небесной канцелярии.